Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Чё, пацаны, годный контент? Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Базинку или Плей, первый сир, мы здесь Кирилл Путбуль. Итак, друзья, сегодня, как вы поняли, у нас будет возвращение нашего безумного гангстера, какой он умеет стрелять. Классно подебал? Спасибо. Да, сам себя подебал? Молодец, красавчик просто. Давайте сразу отвечу на такие вопросы, как, почему ты не девятка в ОПГ? Почему же? Итак, расскажу, сегодня суббота, да, сегодня суббота, не знаю, когда этот видеоролик выложу. Сегодня суббота, короче, и я ушел по СЖ, пацаны. Почему я ушел по СЖ? Потому что мне нету времени нормально активить, как девятка. Во-вторых, я не смогу снимать годный контент для вас, когда я девятка, потому что мне нельзя нарушать правила, чем мы сегодня, в принципе, займемся немножко, да. Но, я думаю, вы так уже догадались, о чем пойдет речь. Поэтому я ушел по СЖ с девятки и, наверное, уже никогда не буду вставать на девятку, потому что это занимает очень много времени и очень много денег, я вам скажу, если это ОПГ, потому что я за неделю тратил на объявы миллион где-то, примерно. Ну, пацаны, как вы поняли, сегодня будет возвращение нашего гангстера и нашей Мурочки. Мурка в деле, пацаны, официально возвращается. Второй сезон, можно сказать, короче. Поэтому 100 лайков и выходит сразу же новая серия. Погнали. И по традиции мы начнем с того, что закупимся ремками в 24/7 Влада возле Алькатраса. Итак, я закупился ремками, думаю, 9 штук хватит, поэтому можно уже отчаливать. Кстати, последнее видео вы как-то странно оценили, некоторым не понравилось, многим понравилось. Типа писали, ой, демонтаж, типа скатился и так далее. Блин, я изначально как бы без монтажа всегда снимаю, ну там музыку поставляю, переходы делаю, все. Ну в этом видео постараюсь сделать нормальный монтаж какой-то, но это не точно, пацаны. Я постараюсь, но не обещаю. Ну и хотя, если вы это сможете, возможно, монтаж получился прикольный. Ну а мы погнали на первую локацию, где будем делать Мурка в деле. Я думаю, вы скучали за рубрикой Мурка в деле, поэтому ставьте лайки и не забывайте ставить колокольчик, кстати, чтобы не пропускать видосы. Итак, первый трюк у нас будет, это езда по стене. Да, пацаны, я, честно скажу, уже пробовал. У меня получалось. Довольно-таки неплохо получалось. И давайте сейчас еще раз попробуем проезд сделать по стене на BMW. Так, разгоняемся. Сейчас будет поворот у нас. Вот здесь. И делаем вот так вот. Вот такой трюкчанский, думаю, тоже неплохо получился. Давайте, кстати, наверное, повторим этот трюк. Ну, хп дико сносит этот трюк, конечно. Давайте я, не знаю, я думаю, так будет покрасивее, если я так здраво выключу. Поэтому давайте вот так вот еще попробуем. Кстати, вы там типа писали, вот, ты снимаешь же какую-то хрень. Не спорю, я уже снял 900 серий, пацаны, понимаете, почти. И знаете такую поговорку, критикуешь, предлагай. Предлагайте в комментариях, что мне снимать. Не нужно просто критиковать. Предлагайте, предлагайте, пацаны. Не нужно только мне там критиковать. На словах все умные, а предложить никто ничего не может. Так, давайте я завелся еще раз. И будет еще раз такой трюк. Ну, почти получилось, кстати. Ну, вот это тоже неплохой трюк, да? Как по мне. Довольно-таки неплохо. Только что получилось. Так, давайте чиним быстро машину. Repair car. И погнали еще делать трюки. Следующий трюк, пацаны, сейчас будет рикошетик. Просто мой любимый рикошетик. Он у меня всего лишь один раз получился, и то случайно. Сейчас я еще раз попробую повторить. Рикошетик называется трюк. Так, чуть я уже тачку разбил. Ну ладно, это все равно. Сейчас она будет еще сильнее разбита, на самом деле. Так, разгоняемся. Сейчас будет трюк, пацаны, называется рикошет. Во! Получилось, пацаны, получилось. И мы даже дальше поехали. Это об стену я, короче, рикошетился, на колеса вставал и ехал дальше. Давай сейчас я ремку достану, починю машину. Так, все, благополучно, я тачку починил, пацаны. Сейчас повторим этот трюк, потому что, блин, не знаю, мне первый раз понравилось, я это случайно сделал, там с подписчиком ехал. И получилось очень круто. Умар, по-моему, его зовут, сейчас я даже гляну. Нет, его здесь нету, к сожалению, его, по-моему, Умар зовут.
Так, давайте разгоняемся и сейчас пробуем еще раз этот трюк повторить. Не знаю, получится ли нет, но попробуем. Во, почти тоже. Видите, рикошетом. Но этот не сломался, понимаете? А тут тачка жестко ломается. Ну, давайте я еще раз, короче, подчиню ее. И поедем уже на другое место. Кстати, скорее всего, я в этом видео, наверное, получу варн за свои трюки. Потому что сейчас будет трюк очень рискованный, чтобы получить варн. Потому что... Давайте посмотрим, сколько админов в сети. 5 админов в сети. Онлайн сейчас 355. Суббота. Уже 4 часа дня. Поэтому меня будет легко спалить админом, чтобы посадить деморга. Но, не знаю, посмотрим. Сейчас я попробую доехать туда. Точнее, сейчас мы доедем туда и потом уже будем делать этот трюк. Фух, итак, вот эта работа. Точнее, дорога, работа, блин, что-то я заговорился. Вот эта дорога. Как мы будем прыгать, пацаны? А вот здесь, видите, есть трамплин этот. Сейчас мы так быстро разгоняемся и пробуем прыгнуть. Сейчас главное это везение, чтобы нас не спалили админы, что я сейчас буду этим заниматься. Ну что ж, погнали, пацаны. Нитро я врубил. Сейчас пробуем поехать, но скорее всего я сейчас просто получу варн за ЕПП. Потому что да. Потому что я счастливый человек, по-любому. Сейчас я получу просто вареник. Кстати, здесь радар стоит. Блин, я перевернулся. Вон этот трамплин, давайте попробую отсюда разгон, короче, взять и прыгнуть, потому что времени стоять на поле и разгоняться нету. Ух, нихера себе. Ух, тут это было жестко просто. Это реально было жестко. Ну, пацаны, это точно лайк, по-любому. Вареник? Нет, не прилетел, слава богу. Реально, чуваки, пишите, что бы вы хотели, чтобы я поснимал. Потому что хотелось бы реально поснимать что-то еще. Ну, мурку я буду снимать тоже, понятное дело. Но я ж не буду постоянно только мурку снимать и все. Это понятное дело. Поэтому предлагайте свои идеи, там, что поснимать, что бы вы хотели видеть на канале. Во фракцию я ни в какую не хочу идти и не собираюсь, просто можете даже не писать, потому что, ну, блин, смысл идти во фракцию, если в любой момент могу получить варн, из-за того, что я вот так катаюсь. Но скажу сразу, я езжу по полям только вот для видоса. Вне видосов я не езжу по полям, поэтому и вам не советую ездить по полям, пацаны. Спасибо, Вазик, тебе по встречке ехал какой. Так, давайте пробуем сейчас прилететь вот эту красавицу. Оп. Почти прилетели, кстати. Просто изи, пацаны, трюки у нас получаются. Просто реально изи. Проехали идеально. Просто идеально. Ебать, Mercedes S-класс у чувака ник. Не, чувак, я 5 вез, но мне сейчас в другую сторону. Ну что ж, господа, погнали. Сейчас будет финальный трюк, за который, я думаю, сейчас точно получу вард. Так, вот здесь проезжаем, проезжаем. И... Ебать, я перелетел! Вы видели? Я реально все перелетел просто. Это жесть. Это реально просто жесть. Если бы мне вот эта конструкция не помешала бы, я бы вот дальше мог улететь. Надо было чуть посередине брать надо будет в следующий раз. Да, надо было посередине брать. Сейчас, возможно, еще раз попробуем. У меня уже ремки заканчиваются. Блин, по-любому сейчас мне, наверное, вареник дадут за то, что я сейчас прыгну сюда. Просто другого выхода нету, я по-другому не объеду. Оп. Ах, жестко было. Я не хотел по полям ехать, пацаны. Мне пришлось это делать. Вот так вот. Аккуратненько. Все. Сейчас пробуем разгон еще раз взять. Чуть побольше. Я возьму чуть... В другую сторону. Я думаю, сейчас нитро накопится. Хотя давайте сейчас без нитро попробуем. Я думаю, у нас должно получиться. Сейчас я чуть возьму левее, чтобы я не разъебался сразу. Так. Этого вы не видели, пацаны. Так, дубль номер 2, короче. Вот так вот. Вот так вот. И... Блять, да ёб твою, не рассчитал тоже немножко. Печалька. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I was from the city, she was from the outside, I was from the north, she was from the south side, I looked in the mirror, I said man I'm alright, little did I know I'd be crying.